На следующий день у двора на Крылова 7 был еще один звездный час. С инспекцией приехал заместитель губернатора Югры Дмитрий Шиповал. Прошел он и по другим отремонтированным придомовым территориям. Привокзальные 26 и 28 и энергетиков 53 и 55. На Крылова заместителя главы региона заверили, что приемка двора прошла без единого замечания. Кроме того, жители соседних домов увидели, что если сложиться деньгами, благоустройство придомовой территории можно добиться быстрее и тоже захотели участвовать в софинансировании работ. Когда всех агитировали, не секрет, еще говорили о том, что все-таки, ну, мы как-то говорится, все находимся в рынке. Если двор благоустроен, то и квадратный метр дороже стоит. Конечно. Это однозначно. Если приедут разбитый двор покупателя, он посмотрит, скажет, ну извините, что-то я тут не хочу ноги ломать, давайте мы другой поищем. На детской площадке, напомним, планируют добавить фоновое освещение. Сейчас оно во дворе только возле подъездов. В зимнее время этого недостаточно. Дмитрий Шиповал отметил, что Сургут изначально очень быстро подготовил проекты в рамках программы формирования комфортной городской среды. Тем не менее, не стоит сбавлять темпы работ, если что-то запланированное на этот год еще не доделано. Все деньги, направленные на реализацию работ, до муниципалитета доведены в полном объеме. И все лимиты софинансирования, которые нужно было от участия граждан, они точно так же имеются. Поэтому мы здесь проблем не видим. Мы на следующий год планируем в подобном же объеме финансирования данного мероприятия, но будем смотреть от активности. Будет больше активность, конечно, будем наращивать темп. Мы об этом говорили уже и сегодня, что пошли новые проекты. Вот, и я думаю, 2017-2019 год вот для программы комфортной городской среды будет уже совершенно другим.